Всем привет, ребят! Вы на канале Margulis Channel. Продолжаем проходить A Plague Tale: Innocence. За пацаном, ну точнее пацаном, мы бежим за матерью. Двигаемся за инквизитором, который идет к ней. В пыточную. Давай. Congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks, and then he simply turns up here asking to see you. Потом просто объявится здесь. Хочет увидеть мать. Похоже, ему не откажешь чувство юмора. Недолго ему шутить осталось. Юмористами. What's he going to do with her? Он собирается с ней делать. Давай-ка здесь спрячемся. Угу. Здесь меня сзади никто не палит. Еще кто-то пасет. Кто пасет, тот высосет. Как Робокоп, нахуй. Или Терминатор. Он тут в дверях стал, зашибись. А нет, в другую сторону, быстрее. Взял дверь перед носом, закрыл, вот урод. Ребенок объявился утром. Судя по всему, у них с сестрой возникло недопонимание. Тихо-тихо. Его кости изначально затащили крысы. Но не полностью его. Чтобы добавить их в состав вещества, которые мы находили повсеместно. Просто состоят из гнезда. Они строят свои гнезда из наших покойников. Именно так. Если мы ничего не предпримем, то, учитывая скорость появления новых трупов, и гнезда однажды объединятся в одно гигантское гнездо. Это лишь вопрос времени. Значит, будем молиться, чтобы объят конюрации Монсеньора Виталия все-таки состоялся. Где он? Без него я маму не найду. Подожди ты, пацан, чё, я ж читал субтитры. То есть, короче, крысы объединяются в одну мега-крысу. Ну, насчет мега-гнезда. Ну, в принципе, такое мега-гнездо уже там в этой ломице и дома творится. Там у них прям засилье зла. Там вниз. С другой стороны. Пробираться. Ага, они в клетках. Хорошо. О, лысые крысы. Скажи-ка, это новые крысы? Почему я слышу всех остальных, но не тебя? Мы вроде как должны перевести, тебе нечего бояться. Тщательный отбор и немного алхимии обуздали их инстинкты. Кроме того, у них совершенно другая диета. А, вот и ладно. Эй, малыш, помоги мне. Блядь. Мне этот гондон, короче, спалил. Малыш говорит, помоги мне. Теперь, бля, беги заново. О, сука. Tell me. Your new rats here. Seeing as we have to transport them. You have nothing to fear from them. Надо под этой бежать, короче. Help me. Not to mention. Help me. What's wrong with him now? Да что там опять? Умирай потише, мы тут работаем. Лучше бы он не спешил, крысы предпочитают свежее мясо. Будьте вы прокляты, всем вам дорога в ад. Вам и вашим треклятым крысам. Так, ждем, пока отойдет. Погоди, они же сказали то, что у крыс диета. Типа они другое, они уже мясо не жрут. Крови ползем. Насладись вечным покоем. Смерть твоя не конец. Ибо кровь твоей вскормлен будет новый род ангелов.
They shall be your children. Стану чадами твоими. Они кровь им, что ли, пускают? Ну да. О, инквизитор, здорово. Это он. За ним никто не идет. Только давай, чувак, ты двери не закрывай за мной. Опять вам вход придется ебашить. Увидев нож у горла сына, она станет нам помогать. Логично. Блять, опять за кто? Конечно, станет помогать, если вы будете угрожать. И у него выхода другого-то нет. Капитан Николай прошел. Выходит, придется этой дурун. Как образованная женщина, зря она к нам не присоединилась. Ну да, образование в то время, блин, конечно, было очень редким. Нам не выбраться. Значит, он просто пошел прямо. А, прошу вас, дайте мне хоть умереть на воле. На воле тебе не понравится, поверь мне. А здесь твой труп хотя бы послужит нашим алхимикам. Считай, тебе повезло. Ублюдок, мать твою. Ублюдок. Только не ори. Эй, малой. Какого ты дьявола тут забыл? Я ищу свою мамочку. Алхимичку? Боже милостливый. Нечего тебе тут делать. Ну а что делать? Приходится. Пацана заёт за шум, мать найти. Тут, как говорится, ничего не попишешь. Магистр Дурун, последний раз спрашиваю. Будет отвечать на мои вопросы. О, мать. Здорово, мать. Или вы по-прежнему расстроены историей, произошедшей с вашим супругом? Тогда наш палач о вас позаботится. Бля, я думал его обойти, можно, чтоб там в уголке постоять. Ну да просто, наверное, было стоять и слушать диалог. Ладно, стоим. Вскоре вы обретете голос, уверяю вас. Блять. Нет, он возвращается. О, хер, два он у меня увидит. Че он в такую даль попёрся, чтобы ей два предложения сказать? Ты серьезно, чувак? Идиот какой-то. Мать? Ах, к Юга? Но неужели они... Амиция сказала, что ты умерла, а ты жива. Амиция? Бля, ты долго будешь переспрашивать? У меня что-то со слухом, что ли? Милый мой. Тебе нужно уходить, если они тебя здесь найдут. Нет, я останусь с тобой. Ну и стойте так. Ох, Юга, они брали у тебя кровь. Господь милосердный. Дай ему своей крови. Тампон пусть пососет, не знаю. Хорошо, Хьюга, мы сбежим вместе. А до этого она не смогла, типа. Но тебе придется найти ключи, скорее всего. Их держат в комнате в конце коридора. Ты сможешь туда пробраться? Да не вопрос, мать. Сейчас все будет. Тогда иди, ступай. Пойдем за ключами, чё. Будь осторожней, возвращайся сразу, как только добудешь ключи. Нет, блять, не вернусь. Здесь тебя оставлю. Когда я вернусь, пусть все будет готово, чтобы мы могли начать. Да, капитан Николай. Ну что, понял? Все сделаем в лучшем виде, а химичка заговорит. А я получу от этого массу. Просто делай свое дело. Капитан гвардии не оценит импровизации. Да и я тоже, конечно. Скажи тогда, когда будешь готов. Можно заставить их уйти. Ладно, может даже повышение заработаем. Авторитет, только нужен результат. Палач без результатов никому не нужен, никаких укутасов. Кожа у этой дарунки полагается настоящей госпоже. Мягкая да гладкая. Ну ладно.
Но ножи уже наточены, молотки, щипцы. Ему пила, все на месте, ничего не забыл. Ага. Блин, а как до крыс добраться? Надо покрутить, короче. Эти все дела. Это была миссия, нет, обойдусь без нее. Палят. Все палят. Надо определиться, какую херню крутить-то надо. Так, крысы тут стоят. Он повернулся. Блять, ну чё ступалишь-то? На сраной кобыле, блять, как говорится, не подъедешь к нему. Yes, Lofticus. All right, you heard him. Everything will be ready. The alchemist will talk. I can't see it. Сука, второй же палит. Блять, я думал, там один стоит. Смотри, давай. Be very careful. Come back as soon as you have the keys. I want everything prepared. Давай, ждем тогда, пока этот не уйдет. You understand? Yes, Lofticus. Кто-нибудь хотя бы. All right, you heard him. Everything will be ready. The alchemist will talk. I'm going to enjoy. Just do your job. Так, вот здесь раз луч. Там второй. Походу третий есть. Заставить их уйти. Может, на лестницу надо забраться? Давай это двинем. Стеночки. Обойдусь без нее, да. Зачем на лестнице? Я даже не знаю, куда идти. Никакой конкретики. О, крысы. Они все боятся крыс. Я могу просто их выпустить, да? Да, можешь. Но только как? Я уже понял, что он может быть. Давай. Подожди, они же вроде его не трогают вообще. Давай попробуем. Нет, клетки не работают. О, это для клеток. Ну-ка, давай. Вроде не спалил. Отлично. Идите, идите. Я сейчас быстро заключу. Походу не стоило мне, да, поворачиваться. Дверь, походу, эта закрыта. Где все крысы? Не совсем понятно, правда, какой последовательности, что надо делать. Они не любят фонари. Они все равно на меня агрятся. Ключи вот и все. Значит, крутим вот это дело. Все, что ли? Не повернуть больше? Выскопать. Oh, работало. Sure. Тихо, тихо. Теперь вторую крутим. Не смотри. Так, пацан, ты главное не смотрите, делай. Делай дела. Ключики хлоп. Блять, ну глюков-то еще не хватало. На голова хватит.
Так, вот этот вот луч можно повернуть вот сюда, получается. Все, проход готов. Немножко подгорело, кажется. А этот надо повернуть вот сюда. Может другим фонарем? Может другим фонарем? Есть какой-то основной еще фонарь? Во. Подожди. Я не успею тут проскочить просто. Надо загонять как-то угол, наверное. Я? Горит. И так они горит. Туда не пройти не дает. Там ледва всего. Так, надо их как-то вот в одну сторону, чтобы они прям пробежали. Давай тем фонарем в руки, чтобы что-нибудь делать. Так, рассосались отсюда. Так, если вот этот я убираю. Да, все равно бегу. Подожди, я успею вроде. Так, получилось. Мамочка, я справился. Молодец, пацан. Пустили, мать. Добби теперь свободен. Все хорошо. Теперь никто тебя не обидит. Мой герой. Как ты себя чувствуешь? Как голова? Она теперь постоянно со мной разговаривает. Что она говорит? Она говорит, она хочет, чтобы я соединился с ним. Это первый порог. Мамочка, я боюсь. Мать теперь встала на тропу войны. Мы никогда отсюда не выберемся. У нас нет ни единого шанса. Если я буду с тобой, ты сможешь отвести голос? Ответь ей голос. Он типа начнет сейчас крысами управлять. Они успокоились. Ты слышишь их? Да, у них у всех один голос. От него болит голова. Пацан будет крысами управлять. Не отмахивайся от него. Прими его, не бойся. Теперь Хьюго может управлять крысами. Угу. Понятно. Ну хорошо, теперь прикажи им двигаться. Чтобы мы могли внимательнее не отвлекаться. Тихо, блядь. Я был невнимателен, я отвлекся. А, в какую сторону тогда двигать нам? Найдите выход из бастиона. Так. Мне бы, блядь, зрение получше. Ну ладно, пойдем туда. Голова больше не болит. Это была Макула, и ты ответил на ее зов. Пацан, тихо ты. Я понимаю, что тебя глючит, но... Разъебись. Крысы? Кучку за собой будем вести. Ага, беги, трусливый. Что, страшно тебе? Юга, это не игра. Твоя сила опасна.
Ты должен себя контролировать. Большая сила, большая ответственность. Ты не болен, Хьюго, это дар. Я объясню позже. А, ты нашел ее. Или я схожу с ума. Может, дядьку надо отпустить? Чувак, не хочешь уйти отсюда? Пацан, не хочешь немного свободы? Ну, давай сюда попробуем ломануться, я не знаю. Запер. Ищем дальше. Понятно. Идем в обход. Да не, вряд ли тут что-то. Он вот так вот выбирался, но мать-то толстая, она как Винни-Пух там застрянет просто и все. Что тут крысы делают? Что, сука, творится? Чего, чувак? Не перестарайся, Гарри. Я попробую. Ай-яй-яй-яй, блядь. Надо как-то научиться этими крысюками управлять, чтобы ништяк был. Я, говорит, их оттолкнул. Чтобы мы могли пройти, не перестараться. Я попробую. Свет, получается, красный помещается, да? Крысы? Так, она в какую сторону? Я тут сюда. Значит, двигаем вот туда. Ну, на свет, естественно, они не пойдут. Как бы он их не просил. Не умолял, так сказать. Так. Просто проходим. Так, теперь нам надо будет что-то крутить, наверное. Дороги разбиты, как нам до этого довести? Дорожь. Опа, крыса. Да. И травим их на этого чувака. Кушать подано, ходите и жрать, пожалуйста. Нет? Не хотят? Да, не делится. Я думаю, его надо загандошить. Пройти он не даст. Крыса. А мне... Там хир, как говорится. Нет, подожди. Как им управлять-то нормально? Ну-ка, а что если свет вообще убрать? Прям на стенку. Так. Крыса. Вперед, мои подданные. Да нет, блядь. Странно, но как-то получилось его просто выгнать. Что они с ним сделали? Они заставляли их есть человеческую плоть. Серьезно? Да, это странно. Черных крыс я чувствую, а этих нет. Понятно, нужно как-то выбраться отсюда. Топать еще прилично. Так, крысы. Крысы, в сторону, суки. Блядь. Чувствую, надолго. Так, все собрались. Давай в сторону. Вон туда куда-нибудь. Я не вижу, где свет. Ну давай вот так вот встанем. Все, я на свету. Тебя ничего не болит, Хьюго? Мне так страшно. Если почувствуешь себя плохо, говори. Да.
Так, тут стрелять. Тихо. Блядь. Я застрял там. В закутке в этом. Так, мы перебираемся. Сначала вот сюда. Вы следите в очко, естественно. Да, твою мать. Блядь. Неудобно немного управлять, когда ты не видишь, что у тебя рядом находится, где свет, ты на свету или нет, вообще без понятия. Крыса. Сюда, в сторону. Как они? В юнком тут крутятся, вертятся. В сторону проходим. Хрен знает, я сейчас на свету. Ну, вроде на свету. Ты надо на ступеньки идти. Все, я на ступеньках. Дальше. Почему он их на свет прям не манит? Так же было бы удобно. Ну давай, сука, не расслабляйся. Блять. Прям по краешку надо идти. Все, на свету, на свету. Дальше, идем на свет. Возьми свет. Возьми свет, встань и иди. Так, собрались в кучу? Собрали. Теперь мы проходим. Просто идем в жопу, я не знаю. Где тут свет? Нет, я не на свету. Да, теперь на свету. Нахуй пошли. Мамочка, почему я так умею? Это решает кровь. Сложно объяснить. Да, пацан, не задавай сложных вопросов. Он не ценит, не умеет. Верно, я объясню потом. Мы поссорились, мамочка. Все будет хорошо, милый мой. Давай попробуем отсюда выбраться. Ну, сейчас под конец, естественно, поедет инквизитор, надо будет его как-то замочить. Потом и деда наркоман появится. Как же без него? Попались? Какие у него ботинки? Мистер, смешные ботинки. Итак, наконец воссоединилась со своим сыном. Я знаю, что вы с ним сделали. Вы получили то, что хотели, так отпустите его. Вы оскорбляете меня, госпожа Дарон. Ваш сын – естественный носитель Макула. Еще с ним... Она еще с ним не закончила. А значит, не закончил я. Впрочем, вы сами все понимаете. Виталик, позвольте нам покончить с этим. Виталик, ну-ка давай решение свое. Николай, ты не понимаешь? Ты чувствуешь то же, что и я, малыш? Теперь мы повязаны кровью. И что ты об этом думаешь? Юга, твое семейство становится все больше. Умоляю вас, я обещаю, что помогу вам, но позвольте моему сыну уйти. Он создан не для семейства Дерунов. Его судьба — быть здесь, рядом со мной. Вы чудовище. Чудовище? О, мадам, вы ничего еще не видели. Противный какой-то сучонок старый.
Но сейчас надо будет как-то крысами управлять. Убейте я. Я сделаю все по-быстрому. Прощайся с маленьким, парнишка. Давай, ешь-то. Минус один. О нет, я что, убил его? Прости меня, Хьюго. В атаку, убейте меня. Крысы? Герой. Рой. Еще есть кто? Больше нет дома, ты наш. Кто идет? Ору. Так, давай, ждем. Хватайте. Да. Их больше стало, кстати, по-моему, крыс. Ну-ка давай. Приятного аппетита, ребят. Мамочка, мне плохо. Бесполезно, болвана. Награда там, кто ее убьет. Я знаю, Хьюго, крепись. Пошла реакция, продолжайте. Так, идем. Давай. Пацаны, нападайте. Раз. Давай, на второго. Третий. Давай, четвертый. Хьюго, не забывай, кто ты. Он повелитель крыс. Я крысами команда. Я повелитель крита. Они приманку им кинули, короче, да? И закрыли. Зашибись. Хьюго, скажи что-нибудь. Хьюго, ты меня слышишь? А, нет. Да с ним все нормально. Его силы велики, но вопреки нашим ожиданиям, он еще не достиг порога. Знаете почему? Амиция. Это Амиция. Все это очень утомительно. Но у вас еще остались пешки, которыми можно сыграть. Уведите ее. Отпустите его. Чего вам еще надо? Мне нужно больше. Бесконечно больше. И вы останетесь с нами, чтобы мы наверняка получили искомое. Не бойся, Хьюго, я совершенно в тебе уверен. Мы преуспеем. Ну, сейчас будем за Амицию лобать стопудово. Она пойдет их спасать, и пацан окажется охуительным профаном среди крыс. 15 глава, на память. Может быть, он там с дедом соединится с помощью крыс в одного... Мегазорга, нахуй. И они будут управлять крысами. А это-то что, захворало, что ли? Очнулась. Амиция, она проснулась. Тише, Амиция. Хьюго, мы с Артуром нашли тебя. Но тебя не было 3 дня, Амиция. Ты чуть не погибла. Мы очень за тебя переживали. Хьюго. Ну это, как говорится, нехер родной, блин, в лесу тусоваться. Оставьте меня. И спать обратно. Зашибись. Ее разбудили, чтобы она опять выпрыгнула. Месяц спустя. Нихуя, целый месяц прошел. Январь 1349. Ну же, просыпайся. Остальные уже наверняка встали. Скоро придут крысы. Пора зажигать огонь. Доберитесь до стен замка. Ух, ну что же, ну давай. Открывайся же. Думаю, что-то там Родерик. Что за замок так и не оттаял? Ух, еще нет, зима нынче холодная. Ну ладно, выспалась. Чувствуешь себя лучше? Немного. Что, он опять тебе снится? Да. Я приготовлю тебе особый отвар зверобоя. Все в порядке, Лука. Не нужно. Я просто по нему скучаю. Мне придется смириться с тем, что он уже не вернется. Амиция, ты как? Я пойду поздороваюсь с остальными. О, скажи, пожалуйста, Мели про... Сундук, конечно. Он наверняка скажет что-нибудь вроде, да ты просто. Но сейчас для этого слишком холодно. Сейчас посмотрим, что, короче, можно качнуть. Прямо тут всякую херню только собираешь.
Посмотрим, что можно качнуть, и пойдем со всеми здороваться. Так. Приготовления нет. Сейчас я тоже ничего. Окейшки. А. Он нам с пальцем сделал. Так. Что же тебе так одиноко? Не грусти, еще один день. А это прямо уже суклость, короче, с тем, то, что брательского не спасти. Мать не спасти. Ну давай тогда что, блин, будем сидеть тут в замке чахнуть. Сжигать костры от крыс. И вещи, я помню здесь все каждое мгновение. Супчика. Кто сегодня готовил? Мелли? Нет, перца маловато. Юморит еще. We've never had so many apples. У нас никогда не было столько яблок. Да, откуда они? Юго бы до тошноты объелся. Ну, Мелли, наверняка. Ну, там, нет? Из-за снега Родрик никуда не подвинулся. Куда он двигался? Пошли. И куда-нибудь, где алхимия была тут. А я хочу остаться здесь, правда? А если? Если ты перестанешь жить, как дикий зверь? А не тут? Или там? Ты, блядь, где вообще? Наверное, пробраться. Ну, наверное, значит, не в этот какого. Там еще тут. Посмотрим, что тут можно стащить, так сказать. Oh, потом пойдем в подвиг. Где они разговаривали? Правой руке притаргивается с книгами. Пацан читает что-то. Так. Так. Угу, сосуды. Пробежался. Можно пособирать. Да, ну а теперь все, отбегай, можно. Признай нам ресурсы. Хапать. Папочку за папочку. За мамочку. Пример. Может, что-нибудь изменилось? Дырки бы позаткнули хоть. Кто там морозец? Excuse me. Простите меня. Но если ты знаешь. You know, ты сейчас Хуга. Юга, расскажи мне из милости. Ну да, труп возьмет и расскажет, где у него пацан. Him, или посмотри за ним, если сможешь. Ладно, пойдем тогда к этой сестре, короче. Что, брать ничего? Выше. Я выше. Сер, это ушло. Здорово. Оуэн, привет, Аминси. Привет. Простите, я вам помешала? Нет, Артур просто говорил, что хочет уйти опять. Ладно тебе, я просто хочу, чтобы мы выжили, как и всегда. Слушай, скоро стемнеет, и нам нужно зажечь огни. Поможешь мне, Артур? Иди, и постарайся ее не бесить. Зачем мне это делать? Затем, что ты настоящая заноза в заднице. О, как? Не попросил, чтобы? Ну, просто он хочет со мной увидеться. Ладно, пойдем, когда скажешь, Амице. Пошли сейчас. Начнем? Да, я знаю, стой. Какой? Яма по ночам оснащена. Факел-то один получается.
Подожди. Он будет зажигать? Кто это вообще трещит-то? А, кузнец. Понятно. С этим понятно. Нужно какие-то палки, я не знаю, что тут. Ту-ту-ту-ту. Кусок собачьего дерьма. Так, откуда начинать-то вообще? Давай вниз спустимся, наверное, так. Пошли вниз. Не хочешь? Ошибись. И назад тогда к этому чуваку и, не знаю, схватимся за вот эту хрень. Может, он так допрёт то, что надо бежать туда. Так что, как настроение? Я чувствую себя старухой. Для старухи это очень даже ничего. Спасибо. Слушай, я плохо знаю твоего брата, но ты бы ему понравился. Правда? Ты спас нас. Тебя поймали, а ты сбежал, как герой из романа. Герой. Но он благочился, что ты уходишь. А? Че не двигаться? Давай, давай, тащи. Работать. Всем работать. Теперь он, по идее, должен слезть и зажечь эту херню. Вот так. Теперь ниже спускаемся, да? Он сам это сделал. Я смотрю, тебе нравится Игнифер. Я люблю огонь. Ну хорошо, как скажешь, мне довольно. Отлично, он у меня заработает. Эй, спокойно, если ты все сломаешь. Вот так, теперь же ровно будет держаться на месте. Я с удовольствием. Чего ты с удовольствием? Ладно. Теперь ты займешься, я пойду к другой жаровне. Давай, проверь жаровню на самом краю. Ну что, удалось сотворить чудо? У тебя пи все будет. Ладно, пойду-ка я вымоюсь. Эта система тут не просто так. Пусть в сторону. Ладно, понял. Я зажгу те. Какие? Вот этой жаровней надо заняться. Давай займемся. А че он ту не поджигает? Вот эту вот. Какой-то поджог. Наверное, она сама тоже может, да, их зажигать, правильно? Огонек. Раз. Так, он еще ту зажег, которую я крутил. Да, зажег. Давай смотреть, что еще не горит. Там не горит. Поп-чпок. Еще какие-то, по-моему. И было больше. Лестницу убрали. Так жаль. Еще есть что? Тут кто в ней был? Давай-ка мы запалим еще вот этого Игнифера. Смотри, он пригождается частенько. В последнее время. Так, а что мне теперь с чуваком надо пойти? Пойдем. Нет, значит что-то не горит. Повнимательнее посмотреть. Все.
Да вроде. Какая-то вот, мне кажется, одна не горит, и вот поэтому она тупит. Я знаю, давай покрутим. Надо покрутить. Нет, не надо. Здесь. Взаимодействия тоже нет. Тум-тум-тум. Тоже взаимодействий никаких. Бля, что ж крутить-то? Что-то поджечь надо. Что-то пропущено. Так, может быть, цели какие-то. Доберитесь до крепостной стены, установите последнюю жаровню рядом с ямой. Так. Ну, начинается отсюда. Ее надо барабанить, получается, вот сюда. Нет? Не та жаровня. Вот одна с ямой, а второй рядом с, тоже с ямой. А какую тогда надо ставить? И здесь. Ходи-ка. Это может крутить надо. А еще раз посмотрим, какую надо покрутить. Жаровни вроде все горят. Взаимодействия нет. Чувак, что делать-то? Здесь единственная одна яма. Ну, там лестница. Это не пройти. А может быть, ее перетащить надо туда? Так. Говорю тебе, один раз я толкал телега с размером с корову. А мы там все соберем? А, ну, в принципе, эту херню мне туда толкать. Видишь, у нас у всех здесь что-то есть. Нам нужны люди вроде тебя, чтобы защищаться. Мне нужно об этом подумать. Ладно, я закончил. Все, наконец. Что-то не так? Конечно, все крысы полезут. Ладно, блядь, а с фонтаном? Вот дерьмо, амиция. Амиция, дерьмо. Щит, Сиджи, щит. Ну и нахрен мы зажигали это все. Их слишком много. Артур, амиция. Живо внутрь. Так, подожди, мы еще тут не все собрали. Почему яма переполнилась? Я столько не видел. Лестница на красном участке. Если мы до нее доберемся, можем упасть на башню. Используй жаровню, я расчищу тебе проход на твоей стороне. Ну давай-ка для начала мы ее тогда зажгем. Оп. Нахуй пошли. Жаровня на месте, давай сюда. Что они делают? Собирают силы, они собираются потушить огонь. У меня больше нет Игнифер, я ничего не могу сделать. Я справлюсь, я уже делал это.
Ладно, давай. Он поджег я. Точнее, я поджег, он потушил. Да. Че, мы так и будем, что ли, играться? Так. Дальше теперь мы куда идем? Понятно. Пьем кучу. Ну, давай, давай, давай. Оп. На, пошли. Давай-ка мы тут этих игниферов еще поналетим. Максималочку. Где? Где куча? Вижу. На, тут пошли. Сучий хвост, ты говорила, что тут безопасно. Плохо, очень плохо. Мне нужно добраться до лестницы, и я останусь здесь. Это кнопка в сторону жаровни. Посмотреть. Следуйте путем, который расчистил Артур. С какой стороны? Где? А, вон вижу, две кучи. Раз. Вторая. Ну. И чё? Беги, горячая жаровня. Ходи, чувак. Вот это зажгём. Чё это даёт? Я доведу её до лестницы. Так, кучи, кучи, кучи. Где? Вижу. Блядь. Не буду бомбу тратить. Потому что она много очень ресурсов берет. Ну, давай. Хлоп. Сколько их? Две? Две выросли. Две кучи. Раз. Вторая. Нормально. Живем. Сжигаем. Эти рассасываются. Мы к куче идем. Давай, двигай, чувак. Где? Вижу. Оп. Гори, суки. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь. Чё же не получается? А? Все взяла. Давай, поджигай. Первая. Вторая. Третья. Поджигаем вот эту фижню. Угу, вижу. Бежим, бежим, бежим. Итак. Я передвину. Что-то там он передвинет, короче. Мисса, еще стай крыс. Я вижу, что стай крыс. Тут их две. Не беспокойся, я тебя вытащу. С какой стороны? Блять, я же не вижу. Вон они, бро. Суки. Блять. Ну давай, поджигай. Падла. Не видно, с какой стороны они собираются, суки. Давай, первая. Вторая. Тут еще и снег, и эти глаза крысиные. Не всегда видно, с какой стороны идут. Давай, первая. Где еще один? Вон вторая. Все. Давай, зажигай. Зажигаю. Так, пока время есть. Раз, два, три. Все. Все, я поджег. С какой стороны? Угу. По-моему, две было, да? Да, вот вторая. Мне наверх.
Ну да, походу. Наконец, боже мой, все, я думал, ничего не выйдет. Ты в порядке? Да, спасибо, теперь дело за тобой. Жаровня на твоей стороне. Так, давай-ка мы все соберем. Пацан тоже подождет 10 минут. Не 10. Понятно. Выебаться начинает. Иду. Давай, двигаем. В порядке, лучше уж быть здесь. Кто-то чертовщина, Амиция. Она раньше пытались про... Так что никогда. Что произошло? Откуда мне знать? Они как будто пошли в атаку. Что за чушь? Это же крысы, а не английская армия. Они не знают, что делают. Я видела такое лишь однажды. Опять, я знал, что однажды свалить отсюда. Дома в имении. Амиция, кажется, не нужна твоя помощь. Чего? А, блядь. Еще? Есть еще куча? Нет, походу. А, он перебежал. Пошли. Так, вон еще одна. Я вижу. Еще есть? Обычно по скрипту одна появляется, две там, ну три хрен с ним, больше не вылазит, то есть дают время потолкать. Новые набежали. Я иду. Так, раз, еще вторая, готово. Все? Хоть не сзади не атакуют или со всех сторон. Давай. Тихо, еще куча. Ну все, он успел. Они уже не дети, они привыкли к этому. Очень не хочу рисковать и не готова больше никого терять. Вообще. Больше всего мне хотелось оказаться как можно дальше, но я же не волшебник. По-моему, да, еще что-то было. Этого не нужно. Пошли, чего? Еле добрались. Ты в порядке? На что? Нет, что тут происходит? Артур, тебя укусили? Нет, надо выбираться отсюда. На замок строили для того, чтобы противостоять. Ука, их никогда столько не было. Это не просто набег крыс. Да что это такое? Это пиздец, товарищ. О, инквизитор пиздует. А че его крысы не грызут? А, с пацаном. Пацана зомбировали, короче. Ступай и сделай, что должен. Маленький пиздюк. Сейчас крыс на меня натравит. Юга? Давай. Ну, такая себе баррикада. Хьюго, это был не он. Хьюго, Мели, что ты делаешь? Она не поддается. Что они с ним сделают с дороги? Он может управлять этим акулом. Ладно, ребят, на этом серию мы завершим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.